Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проблемах, которые так или иначе связывают нас каждого, потому что мы или уже родились, или еще только планируем завести ребенка. Известно, что беременность и роды – это является физиологическим актом, но тем не менее в жизни иногда бывают какие-то проблемы, и эти проблемы связаны с той или иной патологией, которая сопровождает беременность. Для предотвращения этих осложнений, для того, чтобы определить тактику ведения беременных женщин при наличии сопутствующей экстрагенитальной патологии, при Николаевской областной больнице создан симуляционный кабинет, который оснащен современной аппаратурой диагностической. И этот кабинет предназначен для учебы акушер-гинекологов, чтобы они могли определять правильную тактику ведения родов при тех или иных осложненных ситуациях. Вот сегодня мы и поговорим об экстрагенитальной патологии беременных, и с этой целью я направляюсь в отделение экстрагенитальной патологии Николаевской областной больницы. Мы находимся в кабинете заведующей отделением экстрагенитальной патологии беременных Николаевской областной больницы. И я беседую с заведующей этим отделением Светланой Дмитриевной Моцарь, заслуженным врачом Украины. Светлана Дмитриевна, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам внимание. Светлана Дмитриевна, даже нормально протекающая беременность и роды всегда сопряжены с определенным риском. Никто никогда не знает, чем они закончатся, хотя это является физиологическим актом. А тем более риск увеличивается, если наши пациенты имеют фоновое хроническое заболевание. И вот создано специальное отделение. Вы стояли у истоков создания этого отделения. Вот скажите, чем была продиктована необходимость открытия и создания такого отделения экстрагенитальной патологии беременных? Начнем с того, что экстрагенитальная патология и беременность – это один из самых тяжелых разделов акушерства, который требует и знания, и опыта, доброжелательности к таким женщинам. Ну так скажем, тысячелетиями женщины рожали без медиков, без акушер-гинекологов. Иногда и сегодня они так это делают. Но акушерство должно быть безопасным и эффективным. И без медицины, конечно же, не получится это. И один из пунктов, препятствующий безопасности и эффективности акушерства, это является экстрагенитальная патология. Еще 50 лет назад, больше уже, наверное, лет 60, наш великий Стражеско первый создал на базе многопрофильной больницы отделение экстрагенитальной патологии. Смысл создания этого отделения был – это снижение материнской и детской смертности. Эта смертность была, есть и, наверное, будет, потому что есть заболевания, при которых беременность категорически противопоказана, и сама беременность ведет к смертности таких больных. Это лейкозы, это феохромоцитомы, это заболевания сердца, синие пороки, где до сегодняшнего дня еще весь мир не может ничего сделать, и такие случаи бывают. В связи с этим и было создано в 1987 году отделение экстрагенитальной патологии в областной больнице, как и во всей Украине. В некоторых, так же как и у нас в многопрофильных больницах, в некоторых областях были созданы перинатальные центры. Почему? Потому что такое отделение требует и родильных залов, и операционных, и детские палаты, и врачи-неонатологи. Ну, к сожалению, у нас на базе многопрофильной больницы областной, но без родильных залов.
Ну вот сегодня этот вопрос решается. Он решен уже, можно так сказать. Идет ремонт областной больницы, где все это будет организовано. То есть будут родильные койки при отделении экстрагенитальной патологии, да? Да, сегодня у нас приезжает реамобиль из областной детской больницы, и эти детки забираются, транспортируются в областную детскую больницу. В этом есть какой-то плюс, потому что детки от мам с экстрагенитальной патологией, они требуют особого ведения, особого обследования, все то, что делается в отделении реанимации новорожденных областной больницы. Светлана Юрьевна, вот чаще всего вам приходится в плановом порядке решать эти вопросы, или же превалирует в основном экстренная госпитализация этих больных? Если да, то почему все-таки дотягивают до этого наши родильницы и те врачи, которые их наблюдают? Чаще всего это все-таки само родоразрешение, это ургентным образом, а госпитализация сюда беременных идет в плановом порядке. Но я хочу еще остановиться на экстрагенитальной. Что такое экстрагенитальная? Да, вот теперь давайте расскажем нашим телезрителям, мамочкам, которые собираются только родить и так далее. Потому что сегодня, наверное, не секрет, что большая часть населения все-таки имеет фоновые заболевания. А тем более женщина, а тем более молодая, а тем более та, которая вынашивает беременность. Вот давайте теперь поясним, что такое экстрагенитальная патология беременных и почему они находятся здесь, почему не наблюдаются? Значит, экстрагенитальная патология – это все заболевания, синдромы, которые присущи всем людям, но при беременности это может быть хроническое заболевание, которым женщина болеет и даже не знает, и оно выясняется во время беременности при обследовании. Это заболевание хроническое, которое протекает латентно, с периодами обострения, улучшения, ухудшения, такое. И есть значимые заболевания, есть малозначимые. Вот эти, то есть, которые не угрожают жизни и вот, не препятствуют роду, и беременности. Значимые – это те, которые угрожают жизни как матери, так и ребенка. Да. Вообще надо сказать, что экстрагенитальная патология – это один из драматических моментов в акушерстве, разделов в акушерстве, где переплетаются интересы матери и ребенка. То есть то, что делается для матери, казалось бы, очень хорошо для ребенка. И вот здесь вступает конфликт жизни женщины, которая хочет иметь ребенка, желанный этот ребенок для нее, очень желанный. Так скажем, каждая женщина, в ней заложено материнство, родительство. И, знаете, есть такое, как сказал Гёте, что самое прекрасное в жизни, то, что дано природой, это личность человека. Это женщина больная, серьезно больная, у нее никто не может отнять право иметь ребенка. И вступая в конфликт ситуация не только ребенка с матерью, но и врача с такой пациенткой, которой приходится. То есть врач видит какие-то противопоказания, это проблематично. Объясняем женщине, чем это может закончиться и для нее, и для ребенка. И в конечном итоге будет решение всегда с матерью. То есть есть юридические законы, правовые законы, они оговорены министерством, есть перечень заболеваний, который указан в приказе, где беременность это подлежит прерыванию, к сожалению. Ну вот вы сказали, как что есть значимые. Вот давайте остановимся на значимых, которые действительно определяют этот конфликт, которые являются угрозами. Вот давайте об этом вот расскажем. Я думаю, что это, в общем-то, должно дойти до наших телезрителей с пользой. О значимой патологии. Здесь очень тяжело определить этот риск. Вы понимаете, есть заболевания, которые вообще беременность на них не влияет.
Вот такой, допустим, как язвенный колит, язвенная болезнь желудка, это ревматические процессы, казалось бы, что это серьезные заболевания, все, но протекает беременность намного лучше, чем если бы заболевание протекает, намного лучше, чем если бы она была не беременна, эта женщина. А есть заболевания, которые приведут все равно к трагедии, причем обоюдной трагедии и со стороны матери, и со стороны плода. Это такие, как феохромоцитома, это такие, как онкозаболевания, которые прогрессируют. Да, когда врач не может помочь при всем своем желании, понимаете? Так вот, есть, я говорила, что есть правовые документы, но есть еще и 2500 лет назад наш любимый Гиппократ создал кодекс, по которому работают врачи, у которых это в душе. И переступать через эти законы тоже врач не имеет права. То есть с такими женщинами ведется особое наблюдение, особые разговоры ведутся. То есть врач-акушер-гинеколог иногда становится психологом, чтобы объяснить женщине, чтобы она поняла, чтобы она приняла правильное решение, конечно, чтобы это не закончилось двойной трагедией. Ну, а в ряде случаев, когда заболевание, как вы сказали, незначительное, то это не влияет на ход беременности? Нет, мы помогаем таким женщинам. Это тот же пиелонефрит беременных, когда они поступают с температурами, с болями. Документы, это протоколы, есть стандарты, которые врач все-таки должен их исполнять. И это не представляет угрозы для плода, какого-то, да? Да, естественно. Знаете, мы всегда думаем о том, что не навреди, да. Минимум медикаментов. Да. Есть медикаменты, которые вредны, вот то, что я говорила, что то, что хорошо для матери, то хорошо для ребенка. Не всегда это так. Да. И мы должны очень хорошо думать, взвешивать все «за» и все «против», назначая серьезную медикаментозную терапию. А как это повлияет на ребенка? Стараемся, конечно, чтобы это минимальный чтобы был это какой-то был риск. Вред, ну, вот вы сейчас сказали об этих заболеваниях, и я хочу напомнить нашим телезрителям, что часто попадают к вам и с гипертонической болезнью, естественно, да, на фоне. И, кстати, повышение давления – это тоже является как бы нормой при вынашивании беременности. И кровоток увеличивается, и давление, и пульс иногда повышается. Но есть же люди, которые страдают гипертонической болезнью вообще, я имею в виду женщины. Поэтому здесь, конечно же, все делается по протоколу. Вы сейчас правильно отметили, существуют для этого протоколы. Этим самым медики защищают себя. И, естественно, чтобы не было это вреда для самой роженицы в будущем и для ее ребенка. Или, в частности, бронхиальная астма, с чем вы тоже сталкиваетесь. Да. Больные с бронхиальной астмой, женщины, которые хотят иметь. Это же не противопоказание. Тем более сегодня... Нет, это сегодня бронхиальная астма, это не противопоказание. Легочная недостаточность третьей степени, да. Да, понятно. А бронхиальная астма сегодня, когда имеется арсенал препаратов, особенно ингаляционных, которые действуют точечно на сам орган-мишень и устраняют бронхоспазмы, это то же самое является как бы предостерегающим фактом, чтобы не было осложнений в родах. Ну, хорошо. А вот скажите, какие заболевания все-таки представляют угрозу, когда есть угроза, потенциальная угроза кровотечения после родов или в родах? Вы знаете, вы вот предусматриваете такое? Мысль у людей, что беременность – это не болезнь. Но, да. Тем не менее, есть женские консультации, где женщины должны приходить, становиться на учет, обследоваться в полном объеме. Ведь мы часто, нам поступают больные в начале своего заболевания, и диагноз звучит очень легко и просто, и казалось бы, что мы можем помочь без каких-либо серьезных усилий. А при обследовании получается уже совсем по-другому. На эту женщину, на эту болезнь смотришь.
Светлана Дмитриевна, наверное, вот говоря о тех вот потенциальных угрозах для беременности и, конечно, предстоящих родах, мы, наверное, все-таки, и вы правильно сказали, что у каждой женщины есть свое право выбора, и она ставит перед собой какую-то цель родить ребенка, и в этом ей никто не может помешать или запретить. Поэтому наша с вами задача, наверное, рассказать, как должна готовиться женщина, вот, к предстоящей беременности, если она планирует ее, и, естественно, как она должна вынашивать при наличии вот каких-то фоновых заболеваний, что она должна предусмотреть или чем ей могут помочь медицинские работники? Женщины, я думаю, должны знать такую статистику, что 70% из всех женщин имеют экстрагенитальную патологию, несмотря на свой молодой возраст. Я не могу сказать, что она вся значимая, но вот такие цифры существуют в литературе. То есть прежде чем беременеть, запланировала беременность, нужно обследоваться. Есть центр планирования семьи у нас, есть женские консультации. Мы связаны с институтами в Киеве. Есть такой научно-исследовательский институт педиатрии, акушерства, гинекологии. Если серьезное заболевание, то нужно начать, наверное, с этого института. В принципе, доброжелательное отношение с любого медицинского учреждения на уровень выше нашего. Это и институт нейрохирургии, это эндокринологический институт, это институт рака. То есть со всеми с ними мы связаны. И тяжелые больные направляются туда, и не помню ни разу, чтобы какой-то был отказ. Даже проводятся операции на сердце во время и беременности, и в послеродовом периоде. Становится женщина на учет как можно раньше. Я хочу сказать, чтобы не боялись больные женщины приходить сюда к нам. Насильно никто не будет прерывать эту беременность. Чтобы они знали, что здесь их ждет только помощь. 6, 7, 8 недель становится на учет в женскую консультацию, и первая госпитализация уже идет в этом сроке. То есть определяется, насколько серьезно это заболевание и какие действия будут производиться по ходу пролонгирования этой беременности и роста плода. Не только со стороны женщины мы ждем осложнения, мы ждем и со стороны этой беременности. Это и многоводие, это и фетоплацентарные недостаточности, это анемии, это повышение давления, это появление белка в моче. То есть это все то, с чем мы потом боремся здесь, не только с ее болезнью. Вторая госпитализация производится после 20 недель. То есть проводится повторное обследование, если за это время все было хорошо. То есть происходит мониторинг, да, да, ее состояния. Да, индивидуальный план на каждую женщину совместно с женской консультацией. Мы работаем со всеми женскими консультациями, особенно с такими больными, как сахарный диабет, как гипертоническая болезнь. Иногда эти женщины как приходят 8 недель, так они отправляются в роддом потом. Или же здесь мы делаем кесарево сечение, или в роддоме. Это тоже совместное решение с родильными домами. Потому что здесь у нас родоразрешение только кесарево сечением тяжелым женщинам. Да. Предстоящее реформирование системы здравоохранения, которое так или иначе, в общем-то, нас постигнут, да, рано или поздно, они предусматривают, прежде всего, приоритетность оказания помощи при родовспоможении, так ведь? Вот, поэтому даже когда сегодня там закрываются акушерские, фельдшерские пункты, тем не менее, женские консультации как существовали, так и существуют, и каждая женщина, я имею в виду, тот контингент, о котором мы сегодня говорим, должна знать туда дорогу, правильно? Да. Потому что на самых ранних этапах можно предотвратить, можно предусмотреть, помочь. Можно помочь, дать какой-то совет. Ведь не секрет, что многие пользуются советами таких же несчастных людей, как и они сами, вместо того, чтобы прийти к квалифицированному специалисту. Вот отдельное слово мне хочется. Сегодня, наверное, это актуально все-таки. ВИЧ-инфицированные женщины все-таки беременеют и попадают к вам.
Какова тактика выстраивается для оказания помощи, какой прогноз у них, что можно им посоветовать, как им быть? На них распространяется право вынашивания ребенка, если даже заведомо, что он будет ВИЧ-инфицирован там, внутриутробно? Да. Это абсолютно такие же женщины, как и все другие. Большой плюс, если эта женщина состоит на учете, получает ретровирусную терапию в центре СПИДа, тогда в таком случае инфицирование ребенка намного меньше. И проще вести такую женщину нам, потому что нет осложнений серьезных, потому что отсутствует иммунитет у женщины. Это, она подвержена всевозможным и воспалительным заболеваниям. И обычно мы получаем серьезные, очень серьезные пневмонии. То есть пневмония, недостаток кислорода, страдает и ребенок, и мама. И лечить таких женщин тяжело. Но это их право. Я уже говорила, это личность человека. Она тоже имеет право на материнство. И мы делаем все возможное, чтобы были живы и здоровы и мама, и ребенок. Ясно. Светлана Андреевна, наша программа называется «Качество жизни». И мне кажется, что вот этим определяется вот этот подход. Как все-таки мы говорим, что да, это физиология беременность, что роды – это тоже нормальный биологический, так сказать, акт. Процесс, да. Но тем не менее риски существуют. И хочется, чтобы часто это все-таки тревожный момент в жизни любой женщины, которая вынашивает беременность, особенно если она действительно не обращается. А у врача, конечно же, это ответственность за двоих сразу же, да. Так вот, я хочу сказать, вот что бы можно посоветовать, чтобы при всем при этом эти женщины ничего не боялись и все-таки шли на это, чтобы они рожали нормальных, здоровых детей. И как они должны сохранить вот это самое пресловутое качество жизни, чтобы они ничем не отличались от других и не чувствовали, что это беременность – это бремя, а беременность – это нормальный акт, посланный природой. Они будут, эти женщины, беременеть. Будут вынашивать. И именно эти женщины, как они хотят этих детей, как они ждут их. Есть женщины, которые готовы умереть, но чтобы ребенок был жив, и чтобы она стала матерью, чтобы она ощутила это. Это великое чудо, которое существует в природе. Женщина должна стать матерью. И очень тяжело бывает разговаривать и рекомендовать прерывание беременности. И оттягивать процесс этот невозможно, потому что чем старше беременность, тем это опаснее для ее жизни. Это очень тяжелый вопрос для нас и для наших пациентов с серьезными заболеваниями. А пожелать мне им хочется, этим женщинам, вы знаете, есть такой наш дорогой, любимый Маршак. Угу. Вот он сказал, мне кажется, он сказал это для них. Это имеется в виду поэт Самуил, да, Маршак? Самуил Маршак, угу. Да. А вот он так сказал. Все умирает на земле и в море, но человек суровей осужден. Он должен знать о смертном приговоре тогда, когда он был рожден. И сознавая жизнь и быстротечность, ты так живи наперекор всему судьбе, как будто жить тебе осталась вечность. И этот мир принадлежит тебе. Я хочу сказать еще, что этот фаустовский миг между прошлым и будущим, его нужно беречь. И по возможности передать ему будущим нашим детям, как бы это тяжело ни происходило. Светлана Дмитриевна, ну что, я признателен за то, что мы заканчиваем не на пессимистической ноте. Нет. Даже при всем при том, что вы сталкиваетесь все-таки с патологией, которую мы называем экстрагенитальной патологией беременных, все-таки мне нравится, что у вас есть тот самый оптимизм,
которым вы вооружены, и я полагаю, что вы этим же оптимизмом одариваете ваших пациентов при всей той серьезности и степени серьезности данных ситуаций. Что ж, мне хочется только напомнить, что сегодня в нашей программе принимала участие заведующая областным отделением экстрагенитальной патологии беременных Светлана Дмитриевна Моцарь, которая, как правило, сталкивается каждый день с проблемами, которые так или иначе связаны с беременностью и предстоящими родами. И она вселяет вам надежду на самое лучшее будущее. Мне остается только сказать вам спасибо, Светлана Дмитриевна. А я напомню, с вами был доктор Зайцев. До свидания, до новых встреч. Это была программа «Качество жизни».